это, конечно, прикольно. Сейчас, я думаю, мне, Арагорном, надо будет драться, а ты будешь стоять и визжать в панике. Мне интересно, где он их носил? Похрапывает. Вот что есть, говорит, пацаны. О, это на меня похоже. Я люблю покушать. Нужно найти дрова, пока спит Фрода. Так, я бегаю. Пиппин, Мэри. Так, короче. Чтобы зажечь огонь, нужно лего-дерево. Удочка, пацаны. Лего-дерево, ты где? Вот. Я взял лего-дерево одно. Угу. А ты там рыбачь, иди пока. Капец. Он там дрыхает. Я что-то рыбу какую-то поймал. А, мы типа будем готовить? Да. Ну, окей. Мы на готовку собираем. Я поняла, да? Вот. Так, сковорода. Вторая. То есть я могу объединить... Сковорода у кого? Сковорода у Сэма? Так, а где мне третью взять? Я что-то собираю. А, пусть я, прости. Не знаю, что я собрал, но что-то я собрал. Мне нужно где-то взять третье дерево. Как объединить? Вон оно. Вот он наверху, да? Не знаю, что там наверху такое. Дерево, видишь? Ага, здесь я могу что-то. Ну, не знаю, делай что-то. Мне нужно еще одно дерево, я его вижу. Где оно может быть? А вот, вот оно сейчас тут и будет. Нет, тут помидорчики. А мне дерево. Что ты? Помидорчик. Блин, мне не дали дерево. Я могу объединять. Так, вот я на сковородку положила. А это что? А, это фаг. Что же делать? Кажется, я понимаю. А вон, там, наверное, это как-то подвинуть нужно. Мэри, Мэри. Нет, не нужно. А что Пиппин делает? Ничего? Мне не важно, я куда-то ушел. Вот и третье дерево. Как я отдам предмет? Видишь? Че? Мне нужно как-то... Зачем тебе отдавать? Потому что нужно объединить, нужно кинуть как-то. Неважно. О, что я нашел? Как туда залез? Тебе скажи. Я такая, ну, сразу это хуй. Прикольно. Что это? Яичница. Яичница? Угу. Так, хорошо. А теперь это нужно как-то все объединить. Я бегаю с яичницей. А я бегаю с рыбой. Так, я... Теперь нужно зажечь костер. Давай, зажигай. Сэм. Увлекательное занятие. Оп, оп. Смотри, как у меня крадется. Ты видишь это? И как нам объединить все это? Так, теперь я подхожу. И что делаем? Беру яичницу и... Я беру сковородку и... О, во, я ее выкинул. Как ты выкинул? Не знаю, я просто что-то нажал. Так. Выкини, выкини, я подниму. Вот это я возьму. Зачем ты? Потому что сковорода у меня. Давай. Бросай. Мне еще рыбу надо кинуть? Брось рыбу, брось. Так, сейчас. А куда вот пошел Арагорн? А, он ж... Пошел куда-то. Пошел куда-то. Это было очень сложно. Там не было сосисок. Ш.
Какой шир? Они не говорили шир. Ну, а как бы они эти звуки тогда перевели просто? Ну, просто там визг призрака кольца. Скорее. Я так на скорых смотрю. Ну, так, окей, ладно. Все, по-моему, пора валить. У меня же есть меч. Неважно. У меня нет меча. Почему всем дали меч, а мне не дали меч? Так, нужно собирать. Я не помню, как собирать. Или... Норик. А, так. В смысле, норик? Кружок. Подожди, кто у нас Сэм? Ты Сэм? Я Сэм. Тут копай. Нет, тут копать не нужно. Тут надо нажать. Тут сохранить нужно. Можно сохранить. Где тебе нужно копать? По-моему, они нас сейчас убьют. Мне нужно растение. Почему это все не пропадает? Капец. Так, и где, по-вашему, нужно вырастить растение? Ты что делаешь? А вот, а тут где-то, наверное. Вот, теперь... Чего? Теперь нужно собрать нам. О-о-о. Прикольно. Так, хорошо. Валим, 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 валим. Вот тут вот нужно... Тут я должна вырастить. Что ты там растишь? Не знаю. Хорошо, наверное. Это же хорошо. Что-то светится. Это что, взяла? Это я. Нет, я взяла кусок камня. Это я взял и кинул. А, я взял и кинул. А ты тоже возьми и кинь. Окей. Ты еще вот сюда можешь, в это вот растение как-то попасть. Я не знаю зачем. Я завис. Я вешу. Смени персонажа. И пошли дальше. А-а-а! Чуть не упал. Так, что я взял? Какой-то цветок. Так, ты что-то опять там... Да раз... ну, что ты... А! Все нормально. Удерживай. А, удерживай. Классно. Так. Это я. Хорошо. И я очутилась здесь. Я хочу туда допрыгнуть. Типа, блин, Фродо, уйди, не мешайся мне. Ах. Не знаю, что ты сделала, но что-то ты сделала. Я не знаю. Фига ты делов натворила. Творю какие-то страшные вещи вообще. А кого мы там, кстати, потеряли? Я забыла. Ну, застрял кто-то. Мэри, по-моему. А, Мэри. Ну, ладно, Мэри. У меня сюда висит. Так, а там что за дикие заросли такие? Ууу, это камень? Да. Я не могу. Блин, интересно, кто вот это вот может хватать? Кто-то, наверное, не знаю, Арагорн. А? Тихо. Да боже, пиши. Все-таки, я не понимаю, почему всем дали меч, а мне не дали меч? Потому что это... Как там Джек Шепард бы сказал? Потому что гладиолус. Да, гладиолус. А! Строй. Так, строй. А теперь спалить. Все спалить. А, ты еще и жжешь. Типа я костер. Блин, тут Сэм, по-моему, самый полезный персонаж. Нужно убить его. Ух ты. Окей. Палево. Они там уже, они за нами. Сэм. Сэм, нужна твоя помощь. Я иду. Я. Опять какую-то фигню натворила. Так, я его попросила. Я сделала нам подобие моста. Ну, да, сейчас ты умрешь. Блин! Так, я опять какую-то фигню собрал. Тут опять нужен гибель. Черт, господи, я хочу. Подожди. Это только гибель.
Да, блин, как так погнали, можно? Погнали, короче. Вот, этот подводка. Че, как он называется? Глухомань. Такой Дарт Вейдер. Ага. Темнота в масках, конечно, отлично передана. Да. И сейчас такой... Один ты видел, вот так вниз несет такой, ой, такой перевернул. И тут придет... Ай. А, так, я играю за Фродо, ты играешь за Сэма. Сейчас ты будешь... Я буду зажигать. А вон я тебя вижу. Я сейчас убью, господи. Меня все видят. Что мне делать? Они гонятся за мной. Смотри, смотри, крадется. Ты видел, как он крадется? Я не знаю. Это было круто. Короче, что без меня вообще было бы в этой игре? Все бы умерли. Смотри, он крадется, видишь? Я строю. Не знаю, зачем я это сделал. У меня слишком близко камера. Это прям Resident Evil 6 какой-то. Нет, нет, нет. Короче, я сейчас всех спасу. Спасите меня! Спасите! Я ползаю. А они все за тобой, видишь? Ты видишь? Посмотри на мой экран, как они все кровь. Вижу, вижу. Так, окей. Чего от меня требуется, я вообще не пойму. Ты должен их отвлекать на себя, так это мифриловая штука, которая может кто-то там разбить. Вон они стоят. Чего они там стоят? Ты что делаешь? Ты что, дурак, что ли? Господи, а где все другие придурки, а? А их там заперли в углу, они боятся пошевелиться. Он сломал мой костер. Отвлекай их на себя, ты вообще для чего, с какой миссией здесь? Как их отвлекать-то буду? Я не знаю, они все за тобой бегают. Уйди отсюда с моей стороны экрана. Ты где вообще? Я собираю костер. Ой, нет. Да, быстрее, жги. Твою мать. Я тебя побью сейчас. Ну да. Ну что, так кофе будет, все, что я вижу. Так, бегом. Пора валить. Он опять сейчас разобьет ее. Ты можешь его ударить? Я не могу никого убить. А нет, я могу кого-то бить. Я сейчас превращусь просто в Халка. Бей его. Бей. Да, он не обращает на меня внимания, за мной двое ходят вот. Сейчас я их, короче, отвлеку. А может я у костров, когда они не могут меня... Не, подожди, о, вот это надо сломать, наверное. Вон они идут. Ко мне! Ко мне, сейчас, мать вашу! Я успею, давай! О-о-о! Блин, что мне делать? Не знаю, да. Они меня догнали. Сохранить отличное место. Это я просто так. Сегодня все обнимемся в душе. Я бегу. Да, я просто так это сказал. Я бегу. Давай. Далеко там твои эти? Недоброжелатели. А, господи, он занят. Так, а смысл в том, чтобы что? А, вот это еще сюда надо вынуть. Не факт. С этого собрать что-то надо. Нет, мне что-то может, указывает. Здесь может ты сделать. У меня появился указатель. Подожди, иди сюда. Да. Но там один из нас гулов. Ну и что мне теперь? Теперь мне нужно встать. О, я собираю что-то. Не знаю зачем, но я сделал это. Что ты делал? Не знаю. Я что-то собрал, появилась куча монеток. Я не знаю, что я делаю. У нас где-то написано, что один костер не разожжен еще. Где? Ну вон в середине написано. А, вот. Это ты собрал, да? Так, подожди, нужно убрать этого чувака отсюда. Оу. Сейчас, подожди. И сюда. Сейчас он сагрится на меня. Твою мать. Ты захотел меня? Ломай меня. А, блин. Ты можешь увести их с моей стороны? Да ты смотри, что у меня происходит. Они сейчас сломают мой шалаш. Свали. Мамочка! Чё-то там хапнуло? Капец! Нет, они меня бесят. Идите от моего шалашика. Кыш, кыш, кыш отсюда.
Быстрее, 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 жги, 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 пожалуйста, жги. Все, готово. Это было непросто. Но мы это сделали. Мы с огнетушителем. Такой, ой, неожиданный поворот, говорит. Ух ты. На! Что-то он как-то не орёт. Оп-оп-оп-оп. Такой. Супермен пришёл. Что это? Джедайский меч? Или что это было? Я тоже на это поднялась. А, нет, это... Что-то мне дали, я не знаю, что. Я Рагор, я их поджигаю. Нет, я одному поджёг. Подожди. Сейчас я соберу. Сейчас я соберу. Эту погонь. А вон там собирать можно. Мне нужно их отвлечь на себя, а ты чтобы в этот момент собирала. Нет, я должна. Я умерла от собственного костра. Ты можешь. Ладно. Так, теперь мне нужно... А это мне теперь надо куда-то бросать. Теперь мне нужно поджечь факел, похоже, что ли. Нет. Ой, мне нехорошо. Смотри. Там сердечко нигде нет. Я взял число. Ух, нифига они там творят. А может ты выкинешь или... Нет, ты же тоже можешь факел их поджечь. Как? Ну просто факел берешь и подбегаешь, ударяешь его. Так он не горит, он мне не горит. Понимаешь? Нажми кружок побыть. А вот, вот ты же его зажигаешь. Все, я зажигаю. Иди сюда. Вот, молодца. Ау, блин, я развалился. Сейчас. Народ там в панике просто. Так, ну я так понимаю, что я тоже сам могу сделать. Что? Как там, помнишь, как там в этом? Я-та-та-та-та-та-та. Да. Так, мне нужен еще один этот самый. Сейчас сделаю. Короче, а у меня нету, нет, у меня только меч. Опять короче, от тебя все зависит. Тебя отвлекай, да. Я вас просто на лоскуты порву. Подожди. Куда? Стрелочка, давай, стрелочка. Да, блин! Иди сюда. Ты там скоро? У тебя же там еще один факел был, по-моему. У тебя три факела. Уже я два использовала. Еще два у тебя есть. Я знаю, я только что их нашла, Артур, ну. Так, я бегу. Так, иди сюда! Блин, свалил. Короче, я вообще такой крутой персонаж. Ну да. Нажми кружок, кинь его. Зачем? Просто быстро. Ой, ладно, забудь. А, ну бросайте, ну. Я хотел его последним, вот так вот, да, чтобы... А почему поканул? Все лавры достались Арагорн? Ну, типа, это он, если ты куда-то не У него марля была на лице. Мешок все равно. На носилках. Смастерили зря. Скорая помощь. Совет. Так, ну и ладно. Мы заслужили приз, это не безделушка. Угу. Фу, так, хорошо. Ну что, загрузка. Я думаю, на этом хватит, а дальше продолжим попозже. Так что, прощайся. Всего хорошего. Всем пока.